Штукатурка классическая. Эффект капучино номер 077. Декоративная штукатурка Primacol Decorative. Продукт высокого качества, предназначенный для декоративного покрытия стен и потолков. Продукт создан по оригинальной итальянской рецептуре на основе извести. Поверхности с нанесенной на них штукатуркой приобретают эффект имитации мрамора, также известный как античная венецианская штукатурка. Таким поверхностям характерен высокий блеск и глубина, они гладкие и холодные на ощупь. Данная штукатурка является одним из самых престижных и роскошных материалов для декорирования стен. Приведем пример выполнения эффекта с использованием штукатурки классической, которая называется «Капучино номер 077». Для создания данного эффекта мы использовали следующие материалы из ассортимента декоративной продукции Primacol. Штукатурка классическая, воск для штукатурки, колорант бронзовый, коричневый, колорант лимон, основа грунт. Для создания этого интересного эффекта мы использовали следующие инструменты. Мешалка, шлифовальная машина с войлоком, венецианский полутерок, валик малярный, металлический шпатель, японский, бумага наждачная. Первый этап – подготовка основания. Перед началом работы защитите пол фольгой, пленкой и малярной лентой. На заранее подготовленную гладкую поверхность стены валиком нанесите грунтовку декоративной серии Primacol Decorative. После нанесения поверхность должна высохнуть в течение 12 часов. Второй этап – нанесение штукатурки. На сухую поверхность при помощи венецианского полутерка тонким равномерным слоем нанести штукатурку, предварительно окрашенную колорантом коричневый, бронзовый и лимон светлый оттенок. Оставить для высыхания в течение 12 часов. В случае получения неровностей при накладывании следующих слоев штукатурки, их надо аккуратно протереть очень мелкой наждачной бумагой, получая идеально гладкую поверхность. Нанесение второго слоя штукатурки. При помощи шпателя локально, то есть точечно, нанести второй слой тонированной штукатурки, светлый оттенок, растирая его по всей площади до получения гладкой поверхности. Оставить для высыхания в течение 1 часа. Затем штукатурку классическую, тонированную колорантом коричневый, бронзовый и лимон, светлый оттенок, также нанести точечно, одновременно получая мраморный рисунок и блеск. Оставить для высыхания в течение 24 часов. Третий этап – нанесение воска. На сухую окрашенную поверхность с помощью шпателя нанести тонкий слой воска, одновременно собирая его излишек. Данное действие повторить 3-4 раза с интервалом в 1 час. После нанесения последнего слоя воска для получения идеально блестящей поверхности, ее надо отполировать при помощи электрической полировочной машинки с войлоком. Обратите внимание, нанесение воска должно осуществляться поэтапно. Площадь около 0,5-1 метр квадратный в связи с коротким временем высыхания воска. В итоге мы получили благородную структуру травертина с видимыми элементами его внутренней структуры в виде ямочек и трещинок. Это идеальный фон для престижных интерьеров, оформленных в традиционном стиле, а также для элементов украшения интерьера, таких как колонны, столбы и камин. Такой эффект не только украшает стены, но и скрывает их мелкие неровности. Использование других колорантов позволит сочетать цвет декоративной поверхности с мебелью или полом.